день, дорогие друзья! В преддверии летнего сезона мы решили для вас снять серию роликов о самых лучших отелях или о тех отелях, которые бы мы хотели порекомендовать вам для отдыха. Давайте с вами сегодня поговорим о семейных отелях Турции. Первым предлагаю начать с отеля 3 звезды Аска Клеопатра Беста. Это городской, бюджетный отель с отличным местоположением. Пляж Клеопатры находится всего в 200 метрах. Да, он практически без территории, но не зря ведь он городской. Но магазины и рестораны будут в нашей пешей доступности. Следующая тройка у нас Елихан Аспендес отель. На этот раз мы уже не в городе, мы в поселке Авсалар. Этот отель небольшой, но очень зеленый. На территории есть бассейн, один из которых часть с водной горкой. Есть детский бассейн. Для деток здесь предлагается и детский клуб, и детская анимация. Также в этом отеле на ужин есть небольшой выбор детских блюд для детей. Питание в этом отеле будет соответствовать категории 3 звезды. Простое, без особого выбора. Однако главная фишка этого отеля – это пляж. Этот отель может похвастаться отличным песчаным пологим заходом в море. И поверхность пляжа тоже песчаная. Однако вы обязательно должны знать, когда летите в этот отель, что лежаки у нас будут бесплатными. Однако матрасы, если он вам нужен, будет за дополнительную оплату и обойдется вам примерно 1 доллар в день. Давайте с вами перейдем к четверкам. И первая четверка, которую я вам предлагаю рассмотреть, это Ланисера. Отель не в городе, он в 20 километрах от него. На территории в 13 тысяч квадратных метров располагается 4 бассейна, 2 ресторана, и это я не считаю а-ля-карты. Здесь есть даже диетическое меню, здесь прекрасная детская анимация и, конечно же, аквапарк на 20 водных горок. На территории отеля есть все, что нужно для хорошего семейного отдыха. Хочу также отметить, что этот отель будет одним из самых дорогих из того списка, что я сегодня предложу. Следующая четверка для бюджетного семейного отдыха – это Artemis Princess. Отель с хорошим разнообразным питанием и анимационными программами 2 раза в неделю. У отеля нет своего пляжа, то есть мы пользуемся городским и понимаем, что шезлонги и зонтики будут у нас за дополнительную оплату, если они вам требуются. В целом, это бюджетная четверка с хорошим питанием и отличным местоположением, всего в нескольких километрах от центра Алании. Еще одна четверка для семейного отдыха, которую хочу вам порекомендовать, это отель «Карета Релакс». Это отель в поселке на второй береговой линии со своим песчано-галечным пляжем. У него одна территория на пляже с пятеркой, которая стоит на первой береговой линии, но территорией мы пользоваться не можем. Сама территория небольшая, компактная, но все на ней есть. Это двухкорпусной отель с обновленным номерным фондом. Есть две водные горки. На территории проводятся анимационные программы. Очень хорошие вечерние шоу-программы. В отеле очень разнообразное питание, поэтому вам будет всегда чем накормить ваших деток. Перейдем с вами к пятеркам. И первая пятерка в более бюджетном ценовом сегменте – это 1Bay Gold Dream. Что хочу сказать по этому отелю? Еще раз подчеркну, что это небольшая по территории и бюджетная пятерка с достойным выбором питания, но он не будет таким супер широким, как часто ждут от пятерок. Отель находится в 50-100 метрах от собственного песчано-галечного пляжа. Однако мы идем на него по подземному переходу. Широкий спектр услуг, предлагаемых в отеле, дает возможность гостям проводить активно время на территории. В целом, это небольшой, уютный семейный отель с хорошей анимацией и достойным питанием. Еще одна замечательная пятерка для семейного отдыха – это пятерка, называется Гайдар Паша. Это поселок Авсалар, через дорогу от собственного пляжа по подземному переходу. На территории столько опций, что вы точно найдете чем заняться. На территории несколько а-ля-карт ресторанов, 8 баров, а также 8 водных горок, причем 5 из них могут пользоваться и ваши дети.
целом, это очень хороший семейный отель для качественного отдыха. И, наконец, третья пятерка, которую хочу вам предложить, называется «Дельфин Делюкс». Это один из самых лучших отелей в регионе Алания для отдыха с детками. Здесь очень большая территория, она зеленая, красивая. У отеля собственный песчано-галечный пляж. На территории очень много опций. Для взрослых здесь есть 7 а-ля-карт ресторанов. Причем один раз вы сможете посетить по предварительной записи какой-то из них бесплатно. Для детей здесь очень широкий комплекс услуг. Я уже не говорю про детскую анимацию, здесь есть очень хороший мини-клуб. Также здесь есть лунопарк. Конечно же, это не все отели Алании для качественного семейного отдыха. А какие есть еще? Знаем мы. Обращайтесь к нашим менеджерам, мы с радостью поможем организовать ваш хороший отдых. Контакты вы найдете в инфобоксе. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.